Flame, flame, I smell flame upon you. All I want is a little flame. All I want is a little flame. Доброго времени суток, зритель, и добро пожаловать на канал, где пиромант Кадиа Флейм приступает, пожалуй, к своему самому серьезному испытанию, а именно отправляется снова в Железную Цитадель, ко второму костру, и начинает забег к боссу этой локации, главному боссу этой локации, старому Железному Королю. Меняем заклинание. У меня здесь стоял набор из PvP заклинаний, который я хочу немножечко сейчас изменить. И как именно? Наверное, заменю Кнут Огня на еще одно дальнобойное. На еще одну дальнобойную пиромантию. Сферу. И, в общем-то, все. Пока нет цели зачищать данную локацию. И самое главное сейчас добраться до второго костра. Для разминки пробуем сделать это в виде небольшой пробежки. И немножко пограбим клады. Которые лежат по пути. За более ценными кладами куда-то далеко специально бегать не будем. Кончились? Ну и просто в качестве мести за те мучения, которые испытали в прошлой серии, убиваем и, в общем-то, совершенно не мешающего нам. Ну, как сказать, не мешающего? Он же лучник. А раз он лучник, значит, он мог попытаться доставить неприятностей. Старый лучистый самоцвет жизни и зеленый цветок. Угу. И в прошлой серии, пробегая, пытаясь прорваться к боссу, мы... Да что ж такое? Через лестницу перепрыгнуть не могу. Ну и ладно, будем спускаться. Мы выключили жаровню в этой будке. Соответственно, можем этим воспользоваться и забрать несколько кладов. А там, по-моему, парень будет стоять сейчас, да? Привет. А это я. Внизу лежит клад в сундуке, но... Добираться до него будем в другой раз. Пока что я совершенно не готов к хождению по огню. Что здесь? О, еще один парень. И, по-моему, зря я открыл эту дверь. Вот зачем я эту дверь открывал? Совершенно мне не нужно было туда ходить. Ну да ладно. И дух судьи вторгается в мой мир. Ну ладно. Пусть для начала меня найдет. Тирим. Тирим. Будем встречать дух судьи в этом замечательном помещении. Ага, а вон он там уже где-то бегает. И... Он мне души подкачивает каким-то образом
убивает мобов. Это странно, как минимум. Причем прилично так душ качает. Давай, парень, еще немножечко, и я на уровень наберу. Чего бы ты там ни затеял. Видимо, он пробегает, нажимает кнопки на платформах. Платформы опрокидываются, мобы падают. Угу, вон он появился. Мобов я зачистил, поэтому, конечно же, он может сообразить, где я нахожусь. Просто посмотрев дорожку из распластанных тел алонских рыцарей. Но он, по-моему, не сообразил. Убежал обратно. Ну что ж ты такой недогадливый? Дух судьи. Давай, я же жду тебя. Прямо вот хочется подняться туда наверх, к нему. И сразиться с ним безо всяких пряток. Но просто интересно, как скоро он меня найдет. А также это такое некоторое издевательство над вторженцем. Хочешь приз в виде интересной схватки? Побегай. Отыщи. По-моему, сообразил. Нет, в сторону пошел. Только не вздумай туда спрыгнуть. Тебе придется очень долго бежать ко мне потом. Давай, вернись назад и по лесенке. А он собрался там стоять? Эх, у меня шары кончились. Получи. Тидим, тидим, тидим. Какое копье у него замечательное. Нет, судья, извини, не в этот раз. Ну что ж, эпическая схватка с очередным синим стражем состоялась. Я говорю очередным, потому что между делом, пока у меня не было голоса и я не мог записывать данное прохождение, я поразвлекался на мосту и было еще несколько подобных вторжений. Я побежал тратить души на повышение уровня, а ты, зритель, пока можешь эти вторжения посмотреть. We'll be right back.
Сколько душ мне требуется? 14987. Нужно 1000 с хвостиком. И, по-моему, да, опять же, есть большие души. Сколько это? Это 800. Сколько там? 1400987. Значит, несколько маленьких. 200 350. Чуть-чуточку не хватает. Хорошо. А что мы повысим теперь? Развлекаясь на мосту, я набрал некоторое количество опыта. В итоге у меня сейчас уже 105 уровень. Повышено интеллект и вера, ну, почти до желанных 30-30. И также я начал повышать адаптивность для того, чтобы поднять свою подвижность до 100. Ну, теперь уже ученость у меня равна 40. Я не думаю, что в ближайшее время соберусь поднимать ученость до 50. Соответственно, подвижность будет дальше выращиваться именно адаптивностью. Доведу интеллект и веру до 30. Доведу с помощью адаптивности подвижность до 100. Все остальное пойдет в стойкость для стамины и в жизни для выдерживание большего количества урона, ну, а также подниму силу до 12 для того, чтобы использовать некоторое оружие по завершению данного прохождения. Точнее, данной части прохождения, посвященной именно забегу с пиромантией. Ну, и все это я постараюсь сделать к 150 уровню. Ну что ж, хватит разминаться. Хватит откладывать
забег. Пора, наконец, умирать бесчетное количество раз. И пиромантка к этому, я надеюсь, готова. Потому что сейчас мы побежим. Ну, в принципе, пиромантии выбранные не имеют большого значения. Ай! Пробный забег удался. Эти два парня... Чувствую, я на этом забеге потеряю немалое количество душ. Соответственно, надо было, наверное, попробовать потратить души не на повышение уровня, а на то, чтобы сбегать к Стрейду и прикупить кольцо. А у меня так шаров на них всех не хватит. Сэкономлю огненный шар, так с ней разберусь. Хорошо. А кто у нас дальше? Следующий на очереди. Алонский капитан? Или... А кто стреляет? Ага, вон тот из угла подлавливает. Хорошо, значит, следом у нас будет вот этот алонский капитан. Ага, алонский рыцарь бежит. Давай, алонский рыцарь. И до свидания. Следом алонский капитан, который пока на меня не реагирует, меня не видит. Прощай, алонский капитан. Дальше черепаха. Ой-ой-ой-ой, что я творю? Она там живая под огнем? А, все, спалена. Большая тоша солдата и монастырский талисман. Хорошо, идем дальше. И 8000 душ. Вот опять я начинаю задумываться. А донесу ли я их, блин, до следующего костра? И надо ли мне это, блин, терять их очередной раз? Либо я
Лучше-ка... Ой-ой-ой. Близко. Лучше бы я, может быть, использовал косточку возвращения с помощью вот этих туш, приобрел бы. А есть ли у меня кольцо, которое защитит меня не от огня, а от потери душ? Нет, это кольцо я никогда не приобретал. Ну, да ладно. А дальше, по-моему, сильно сложных каких-то моментов быть не должно. Разве что вот эта черепашка, которая должна с двух шаров. Ага, рыцарь сзади, и вот это очень плохо. Потому что он слишком быстрый, и на таком ограниченном пространстве сражаться с ним будет крайне сложно. Ах, шар зря потрачен. Но что-то уронил. И это поножи алонского рыцаря. Неплохо. А поножи, да и вообще доспех алонских рыцарей, имеет очень неплохую устойчивость к огню. Собственно, чем и обусловлено то, что пиромантия столь незамечательно на них действует. И вот тут будет черепаха, которая обязательно доставит проблем. Ага, успел я отскочить до того момента, пока упадет эта гильотина. Замечательно. Ну и костер, в общем-то, уже близок. А я не помню, тут, по-моему, же еще противники будут, да? Но также, по-моему, мы сможем добраться до костра до пересечения с этим противником. Да, совершенно верно. Дело сделано. И сделано настолько, что, может быть, даже мы и уровень сейчас повысим, вместо того, чтобы бежать за кольцом, которое ограничит, поможет нам двигаться по локациям, не тратя, точнее, не получая души. Ну что же, стоит ли выключить лишний огонь в этой локации? Наверное, да, все-таки выключу, хотя он и помогает на самом деле двигаться по ней. 11 тысяч душ. Мне нужно 15 тысяч. Есть ли у меня достаточный запас твердых душ? Более чем. Поэтому иду в Маджулу и прокачиваю еще один уровень, прежде чем отправляться на эту ужасающую схватку с Железным Королем, которого я, зритель, пообещал побеждать единолично, без призыва фантомов. И, наверное, я очень сильно погорячился, не только когда подошел к Изумрудному Вестнику, не имея достаточного количества душ, но и когда давал то самое обещание. Новый уровень. Адаптивность, да? Да. Подвижность стала равна 95. Или, может быть, ХП надо было немножко качнуть перед заходом на босса. Ну да ладно. У нас есть несколько, так скажем, лишних душ для того, чтобы прикупить да, хотя бы 3 камешка. И прежде чем бежать на босса, составляем заклинание. Не потребуется вот это. И я, зритель, немножечко
задумал, хотел сказать, немножечко слукавлю. Туман тьмы. По сути, это отравление. И его крайне логично использовать в данном билде, потому что и вера высокая, и интеллект высокий. И это поможет лишний раз отравить Железного Короля. Но мы же говорили ничего, кроме пиромантии, а не говорили ничего, кроме всяких штук, которые могут еще отравлять. Да? Поэтому берем разрешенные расходники. В качестве расходников используем бомба, которая выдает урон порчей. Бомба, которая дает урон колдовством. Ну и, конечно же, метательные ножи. А, нет, немножко по-другому расположу. Это все. Что еще из пиромантии я хочу взять? А, хочу взять сырую плоть. И хочу использовать человеческую фигурку, чтобы хотя бы в первых забегах у меня было чуть-чуть больше. Жизней и возможность генерировать чуть-чуть больше стамины. Уворачиваться там придется, соответственно, это будет актуальным. Ну что ж, начинается самое страшное. То, чего я так хотел отложить напоследок, я и без каких-либо ограничений, используя прокачанное оружие, с этим Железным Королем, в общем-то, не дружу. Если ты, зритель, смотрел прохождение клириком, ты, конечно же, видел, насколько сильно я с ним не дружу. Плохо знаю этого босса. Хоть и говорил, рассказывал уже, что при первой встрече с ним я так вот с легкостью раз и расправился с ним, но, наверное, просто повезло. Сейчас же он доставляет мне преизрядно всяческих неприятностей. Чё ранил? Большой осколок титанита? Хорошо. И здесь у нас лучница. Охотница за людьми О'Хара. Ну, что ж. Дал слово держи. Соответственно, никаких охотниц за людьми Ахаров у нас быть здесь не может. Придется идти самостоятельно. И, ну, в конце концов, Железный Король, он же все-таки не человек. Поехали с богом. Ну, с огненным богом, конечно же. Ну, то есть, идем сражаться с огненным богом. Ну или, глядя на то, что вылезает сейчас из лавы, мы понимаем, что идем сражаться все-таки с огненным демоном. Да ладно, не хочу на него смотреть. Нужно дождаться по плану. Ой, как трясется все, геймпад вибрирует от его шагов. Нужно дождаться, пока он подойдет, и спровоцировать его ближнюю атаку. А, пошло. Это очень плохо. А, он меня столкнул своей мордой. Я хотел держаться поближе, провоцировать удары руками, чтобы не нарываться вот на этот вот шквал огня. Хотя, может быть, и напрасно. Я же использовал сырую плоть. Я использую кольцо защиты от огня. Более того, мой сет прокачан. Я потратил титанит на прокачку своего сета. Соответственно, урон от защиты от огня у него, ну скажем там, не супер великолепная, но смотри, зритель, уже гораздо больше, чем у базового доспеха Алонского рыцаря. Соответственно, есть ли что-нибудь у меня, что дает больше защиту от огня? Нет. Мой сет. Ну, кстати, я не думаю, что оковы наказания влияют на. А разница-то в защите от огня
есть. Потому что оковы наказания лучше дают защиту. Ну-ка, смотрим. Да, юбка наказания дает большую защиту. Маска дает... А вот здесь я одену точно капюшон Ведьмака, потому что больше отравлений будет. Верно же, зритель? А вот куртка... Ага. Ну, потому что она лучше прокачана, она дает большую защиту именно от огня. Хорошо, вот в таком вот неприглядном виде. И пойдем на босса. Стоит ли одеть кольцо южное, которое мне ХП уменьшит? Нет, пожалуй, я все-таки понадеюсь на большую живучесть, нежели чем на большее количество отравлений. И я забыл взять достаточно важную вещь, которая вполне может пригодиться. Вот зараза, зацепила. Черепаха. Лечимся камешком. Эстус, дающий более быстрое лечение, мне пригодится на короле. Да. Я забыл совсем взять последним слотом. Единственная у меня вещь, которая... Она же единственная. Ага, есть еще красная вода. Аж две штуки, которые еще и здоровье восстанавливают. Вот ее и возьму. Нелогично, этот слот. Вот так будет красивее. Хорошо. Заходим. Мне понравилось. Яд заставил демона задергаться. Пошел звук отравления. Но само отравление, если я не ошибаюсь, все-таки не наступило. Отравлен? Нет? Ать! Зазевался, засмотрелся на него. И в итоге упустил момент. И попался под его руку, пока болтал. А, все, зритель, постараюсь молчать и делать. Remember.
As you end in fire, and we shall burn together. Watch the flames climb high into the night, calling our father up. Stand by and we will watch the flames burn all along the mountainside. High. And if we should die, we should all die together, raise a glass of wine for the last time. Holding our father up, prepare as we will watch the flames burn all and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire in the trees, I see fire. Hollow and soul, I see fire. What in the breeze, I hope that you remember.
us and we will then watch the flames burn all along the mountainside. Desolation comes upon us. Now I see fire inside the mountain. I see fire. Ну что же, очевидно, что для победы над старым Железным Королем совсем не обязательно использовать отравленные метательные ножи, колдовские урны или урны порчи. Ничего из этого не потребовалось, но потребовалось один раз все-таки увеличить количество заклинаний, для чего использовалась та самая вода, которая помимо этого еще и чуть-чуть подхилила нас, подстраховав от нехватки эстуса. Надо признаться, в конечном итоге все оказалось не так уж и сложно. Единственное, держаться поближе и не провоцировать его на вот эти опасные дальние атаки. Ну и немало помогает тот факт, что от его огненного дыхания можно уходить перекатами, ныряя прямо в струю огня. Ну что ж, что тут должно быть написано? Берегись, голова. Ошеломление впереди, и тогда голова впереди. Ну и пошли смотреть эту голову. Ай! А вот отоварить бы тебя, голова. Да ты же наверняка на огонь. Плевать хотела еще хуже, чем тот самый Железный Король. Соответственно, яды у меня кончились. Костер ты перекрываешь, чтобы восстановить это все. Будем разговаривать.
Я считаю, что не обязательно быть настоящим королем, чтобы сделать правильный выбор. Варианта всего два. Следовать правилам, либо ломать их. Поэтому 50 на 50. Поставь 10 человек, ну, трое уж точно отгадают правильно. Так что давай, что там следующее хотел сказать. Ну, что-то мне подсказывает, что встретимся, и на следующую встречу я ядов-то побольше заготовлю. Ты не переживай. Чудище страшное. И у нас есть ключ от вот этой вот штуковины. Поэтому сразу забегаем сюда и активируем первый же костер. Он же там будет, и я не помню. Сразу после выхода. Ну, должен же быть костер. А в крайнем случае, через косточку возвращения смоемся. Там-бадам-бадам-бадам-бадам-бадам-бадам, дверь. И да, наш ключ открывает эту дверь. И там, за этой дверью, мы найдем следующее нужное для настоящего пироманта. Ну, а пока Диафлейм едет на этом лифте, тебе, зритель, спасибо за то, что был на канале. Подписывайся, оставляй свои комментарии, ставь лайк и до скорых встреч. Пока.